Никаких совещаний. Оттягиваемся после работы. Имею право. Ни черта ты не имеешь. Все в доме поразбросал. Это вот что? Что? Нашла в сортире за бочком. А это в ящике с носками. Везде, везде твои документы. Глаза бы их не видели. Это хорошо, что не видели. Они же секретные. Секретные? Убирать не успеваю. Спасибо генеральному прокурору. Помог с генеральной уборкой. А вы тут что делаете? Да ничего. Пивко, рыбка. А это что? Что? Ящик? С пивом. Хватит врать. Это проект военного бюджета. Секретный. Обещал завязать, а сам опять подсел на секретные документы. Соседи, у нас тут обыск. Нельзя ли потише? Не лезь, куда не просят. У Байдена кипиш по тому же поводу, что и у меня. Слышали, парни? Походу мне чистая оправдаловка ломится. Нельзя ли погромче? На всю страну! На весь мир! Ставьте лайки, подписывайтесь. Кто подпишется, тот сразу попадет в санкционный список. Дональд, наоборот. Да? Окей, значит, не попадет.